качали своими четырехтактными двигателями, и у нас все готово к финалу Олимпийских. Готовы? На старт! Внимание! Это финал! И я думаю, Саша, это будет параллельная борьба. Посмотрите на свою скорость. Операторы не успевают с парнями. Александр Иванович прям сразу вырывается вперед, прыжок на покрышка. На боже, Виталий Тамков получил серьезную травму на каменной секции. Ему очень больно, очень трудно ехать. Его опять не камень дают ему. А тем временем Александр Иванютин легко и непринужденно преодолевает всех плюс Брёвин. Его отправляется за кулисы. Но мы делали, честно, с Сашей ставку на Сашу Иванютина. Все-таки не зря он Саша, да? Если Артем на Бигере говорил про Артемов, то мы говорим здесь про Саш. Пока он в лидерах, я так понимаю, да, Александр Иванютин, друзья? Смотри, сейчас на пороге есть шанс догнать. Долгое время они угоняли за одну команду, и вот теперь они опять вместе. Ну и сегодня свела их судьба. Вот и свела судьба, как теперь вы в известной песне. Александр Иванович, давайте поддержим это суперфинал этого мотокросса. Все, застрял сейчас, Ну я, чтобы немножко устал. Александр Иванович, номер один, город Москва. Все, финишная прямая. Я забыл, кто у нас победил, кто проиграл, это не имеет никакого значения. И Павел Кунгур второе место. Верхний край, Кунгур. Да, Саша, поможешь вам сейчас наградить.